Αμάξα ελάβνης γαρκαγίστεος, ιδιώτη. Μόριας παρασκευάσματα του δανεστή. Байк. Я так скучал. Флавий убит. Я прошел такой путь, чтобы спасти нашего сына. Хему счастлив. Да пройдет он по полям и алу. Я отправлюсь в Рим. Рим? Ты так и не отказалась от этих идей? Я ошибалась. И ты ошибался. А я? Не трать силы. А, знаменитый Меджай. Фан не устает восхвалять твои подвиги. Я нашла союзников. Это Брут, а это Кассий, наши римские братья. Мы уничтожим все корабли этих двуличных мерзавцев. Септимия и Цезаря. Теперь силы Ордена угрожают не только Египту. Клеопатра еще правит? В Египте не правит никто. Тираны раздирают его на части. Наша царица предпочла сбежать в Рим. Все по-прежнему. В Мемфисе хозяйничает орден. А я, останься. Неужели это конец? Айя, эту проклятую сферу не должны были находить. От нее одни беды. Делаешь?
Чем ближе наша победа, тем ты дальше. Такова судьба, Байек. Мир не желает принимать нашу любовь. Ты права. У нас есть высшая цель. Наша любовь ждет в Дуате. Пора смириться с этим. Пусть решают боги. Боги мертвы. Мы пожертвуем близостью ради высшего блага. Мы не зря шли сквозь тьму. Отныне о наших планах никто не должен знать. Станем действовать скрытно. Египет пал. Греция пала. Рим? Падет и Рим. Кредо победит, но никто не узнает. Если мы убиваем, то убиваем лишь тех, кто это заслужил. Тех, кто вздумает пытаться управлять нами. Они никогда не узнают, кто мы. Мы бесстрастны, поэты смерти. Я смирился. Я больше не отец. Я не муж. Я не Меджай. Я незримый. Заточим клинки. Надежда есть даже в этих землях. Новое кредо. Новые цели. Как же ты была права. О, милая. Как-то рановато для последних слов. А ты еще кто? Может, слышала о Уильяме Майлсе? Ассасин? Значит, слышала. Мы, ассасины, следили за тобой. Это... необычно, когда работник Абстерго интересуется революцией в стране. Твоя правда. Мы знаем, что ты работаешь с Анимусом. У вас с Дианой был такой замысел. Ди. Они провели вас. София Рикин столько вам обещала. Хватит! Речь идет не о ней. Да. Нам и без нее есть что обсудить по пути в Александрию. Не надейся, что я поеду с тобой. Ну, а какие варианты? Или пойдешь со мной, или останешься здесь, чтобы и дальше играть со смертью до тех пор, пока не оступишься. А они этого ждут. Твою прежнюю жизнь уже не вернуть, Лейла. Мне она ни к чему. Но ты, наконец, сможешь работать над Анимусом. Нашей версией. А еще мы не станем ограничивать твою свободу. Ладно. Уговорил. Но мы все равно не союзники. Годится.
Это для Фоксида? Подарок?